knuckles and get comfortable. Наша команда вот. Олег зовут. Олег, да? Парень сам по себе хороший. Удачи. Сыграй хорошо. Саппорт, как обычно, да. Знаем, саппорт очень хорошо. От лучшего саппортера давайте перейдем к лучшему фамилии. Нам до Ширы, как до Китая, приставными шагами. Человек-легенда. Человек, о котором многие знают, но многие его не видели. Это Аман. У него нет короны, но есть коронки. Ну, одним словом. А это мажорный доти, ноти, давайте перейдем к нашему самому непредсказуемому. Опасно. Просто dangerous boy, это новенький. Парень, за которым гонялись Нави и Ялянс. Попал к нам в команду. Спасибо нашему менеджеру. Куда и Бергель? Да порвем эти еще. Вот просто. Последняя персона. Завершающая, закрывающая наш. Мост команды. Интеллигентный спортсмен. Разносторонний. Человек, который... Человек мит это. Now that's a team. Это человек, про которого говорил сам Бенди, то, что он далеко пойдет. Этот разговор слышали только я, босс и Бенди. Так что, пацаны, это очень опасная команда с очень опасным капитаном. Все будет как надо. Пару слов. Ну что, сейчас мы будем пикать страту одну. 10 seconds to go. Мы, короче, должны будем убивать всех героев, всю карту фармить. И потом на минут 20, думаю, закончим. Сейчас посмотрим, как пойдет. Ну все. And here we go.